Мур, привет, друг, это Зверько. В скором времени, но точной даты я не знаю, в ML введут новый режим. Этот режим включает в себя два игровых направления. Это Tower Defense и шахматы. Для тех, кто далек от подобных игр, вкратце объясню. Tower Defense – это карта, на которой есть точка или несколько точек, откуда приходят враги, которые идут по определенному пути. Чтобы им противостоять, надо ставить башни и развивать эти башни. А ML шахмат здесь, соответственно, герой, механика развития героев и бонусы. Плюс есть возможность сменить расположение героев, в отличие от большинства Tower Defense. На первых этапах закупаешь героев и выставляешь их для защиты своего Феди. С последующими уровнями растет количество получаемого золота, которое можно потратить на закупку героев, обновление магазина героев и ускорение повышения собственного уровня. Чтобы повысить уровень героев, их приходится собирать тройками. Три идентичных героя первой звезды превращаются в этого героя двухзвездного, а трижды по две звезды герой с тремя звездами. Кроме простой атаки, герой применяет и навык, когда заполняется полоска под звездой. Вдобавок, часть героев стреляет дальше, чем другие. Это тоже придется учитывать. Чем выше твой уровень, тем больше героев ты можешь выставить. А еще ты можешь выбирать перки усиления для своих героев между определенными раундами. Через пару раундов против крипов начинается соревновательный этап, где твои герои прут на вражеского Федю. Федя, блин. Пропущенные монстры и герои снижают ХП Феди, а тот, кто достиг дна, выбывает из игры. Значит, тебе нужно подбирать героев под комбинацию бонусов, апнуть их до третьей звезды и выставить так, чтобы ни один крип не пробежал. Минусы такой игры – это капец как долго и не динамично, поэтому я не играю в Magic Chess. Но если кому интересно, выложу ускоренный геймплей до конца. А на этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и жми лапку. Удачи, друг!
тупый яд, когда ушел мертвый отряд, а не жив, чтоб победить.